что всего $110 по ссылке в описании на AliExpress с 23 по 27 августа? Серьезно? Речь о смартфоне Qubot Max 3. Как вы поняли, это действительно интересный смартфон, о котором сегодня и поговорим. Что же это за смартфон такой? Давайте разберемся. Эта модель имеет почти 7-дюймовый дисплей с разрешением HD+, так что любителям посмотреть ютубчик будет просто идеально. Процессор Helio P22, пусть и не флагманский, но все же, блин, $110. 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Также стандартные цифры, которые в таком смартфоне видеть приятно. Ну а чтобы питать такой большой дисплей, конечно, необходим большой аккумулятор. И в данном случае здесь у нас емкость 5000 мАч. И по моим подсчетам, это примерно с утра до самого вечера. Также здесь заявлена основная камера с разрешением 48 мегапикселей. За такие-то деньги. Скажу вам по секрету, друзья, использоваться будет интерполяция. Скорее всего, с 12 мегапикселей и до 48. Чисто маркетинг, не более. А вот удивить вас стоит, например, тем, что в сверхбюджетном смартфоне есть NFC и 11-й Android работает. Дизайн смартфона мне лично нравится, но естественно, нижний подбородок хотелось бы чуть поменьше. В общем-то, смартфон доступный, смартфон выглядит прикольно, но, конечно, главная фишка – огроменный дисплей. Попрошу вас в комментах написать, хотели бы вы себе смартфон с 7-дюймовым дисплеем. И почему, если хотели. Подписывайтесь на канал, полный обзор тоже будет этого смартфончика скоро, так что всем удачи и пока. Paper, do my put my problems, paper dial, look the deputy mad at my brown.